Всем привет, всем доброе утро, вы на канале У Черновых. У нас сегодня суббота, у нас сегодня небольшая, думаю, будет происходить уборочка. Нужно убрать детскую, там кухню, зал чуть-чуть убрать. К нам сегодня вечерком приходят гости, так что давайте, не переключайтесь, усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Этот человечек сегодня играет в футбол. Целый день он, ну не целый день, а вот целое утро с мячиком. Тут-иды-сюды. Изначально мы с Максом вчера планировали поехать сегодня на дачу. Помнишь, Макс, было такое дело? Было такое дело, но из-за того, что сегодня на улице только 7 градусов, очень сильный ветер. Ну, кстати, он, конечно, ослаб чуть после вчерашнего, но сегодня он до сих пор еще такой есть. Мы решили, что мы сегодня на дачу не поедем, потому что холодно, мы поедем на дачу завтра. И тем более Макс хочет на даче завтра делать баньку. Короче, мужичок хочет париться. А Колька, Мак, давай. Оп. Все, погнали дальше. Так, нам нужно убрать сушилочку, разобрать белье. Стол мы сегодня убрали уже почти. Эту комнату мы закрываем. Что там делает Анастасия Сергеевна? Зачем ты меня снимаешь? А? Зачем ты меня снимаешь? А я тебя не снимаю, я комнату снимаю. Так, у нас Марсик. А, вот видите, Настюша шторки поправляет. Настюшка будет менять белье. Макс, ну что ты, Марсик так спал аккуратненько. А, послушай. Да. Нужно убрать детскую. Вещи нужно разложить, опустошить чемоданы. Максимку. Так, игрушки свои давай тоже убирай. Чтобы здесь вот ничего не было. Здесь должны стоять что? Бентли и... гелик. Все. Остальное у нас все прячется вот на фуру. Сюда сверху кладем машины. Здесь очень много машин. Короче, у Макса дофига машин. У меня в детстве столько не было. Вот таких вот моделек у него штук 300. И все эти 500. Такие. 500? Нет, штук 300. И, знаете, фирмы Hot Wheels. Мы даже приходим в магазин, и мы уже думаем, что взять, потому что все модельки практически есть у него. Вольво. Вот, что у нас здесь? Короче, там у нас много. И BMW, и Audi, и... что это? А что это за машина с нуль? Ну, да я. Subaru. Subaru? Нет, даже вот такая Honda у нас есть, понимаете? Вот Honda. Короче, вот Audi, TT, Lamborghini, BMW, Quadric. Короче, дофига. Мустанги, Шевролеты. Да, Максим? Бэхи, джипы, форды, там, шевролет, там разные, митсубиши, Hot Wheels, да. Еще вот здесь. Да, и вот здесь у него очень много. Где-то полтора миллиарда. Полтора миллиарда, да, сынуль. И это их тоже. Место рекорда. Там, где старая лица,
Ты в эти поедешь? Да. Сейчас рюкзак детскую. Уборка продолжается, но здесь что-то намечается. Понял. Какая-то реклама будет сейчас. Штатив, все как полагается, свет, телефон. Короче, друзья, работаем. Вы видали? Ну, вообще профессионал. Красота. Так, до конца мы уборку не сделали. Решили съездить в магазин, все купить. И уже тогда закончить. Осталось мне ванну намыть, кухню намыть и пропылесосить всю квартиру. Это мы сделаем, когда приедем. Покушать, может быть, заедем куда-то. Мои уже в машинке ждут меня. Сегодня ветра уже нет такого сильного. Ой, даже солнышко сегодня. Смотрите, какой кайф. Слушайте, будем продолжать отвечать на ваши вопросы. По комментариям было, прослеживалась такая линия именно, почему. То есть люди и с таким троллингом писали, но нет, это не важно. А писали люди просто, которые задают вопрос. Снимка сделать чуть потише. Почему переезд именно в Беларусь? Ну, почему, допустим, не какие-то другие страны, наверное, да? Если типа в Латвии не нравится или плохо, неважно. Тебе есть что сказать или нет? Если ты едешь занят. Писали, да, почему именно Беларусь, потому что там маленькие зарплаты. А, да, писали, типа, почему Беларусь, там же очень мало платят. Вот такой был контекст именно самого вопроса. Я, мне кажется, уже говорила еще летом во влогах, что не все люди в этом мире гонятся за зарплатой и за невероятными деньгами. То есть, конечно, классно и круто стремиться улучшать свою жизнь каждый день. Это нормально. Мне кажется, это базовые настройки у всех. Да? То есть, да. Это нормально, когда человек стремится, мечтает что-то улучшить в материальном плане. Да? Это абсолютно нормально. Так хочет каждый. Напишите, разве есть такие люди, кто этого не хочет? Но у нас с этим все в порядке. То есть у нас нету цели именно переехать в Беларусь, чтобы улучшить именно финансовое положение. Давайте откровенно говорить. Если бы мы хотели улучшить именно финансовое положение, мы бы вот как в Германию переезжали, мы бы туда и переехали. Если бы цель была именно такая, жили бы там спокойно на большую зарплату и на пособие на детские деньги. Потому что Германия очень хорошие пособия. Да, да, там на это можно жить. То есть там не всегда даже выгодно работать. Можно даже просто на пособиях сидеть и прекрасно вообще ни в чем не нуждаться. Мы бы тогда туда и переехали. Для нас очень важны другие вещи. Для нас важно... Что вокруг происходит? Да, для нас важна сама атмосфера в стране. Как там все происходит, как относятся к людям, гражданам, как относятся люди друг к другу, как относится правительство к людям. Нам важно образование, нам важна медицина. Пускай вы будете говорить, нам важна безопасность. Пускай вы будете говорить, что где-то есть еще лучше там, да? Есть, безусловно. Но просто в совокупности вот этих всех факторов мы сделали вывод, что нам это подходит. Нам подходит Беларусь по всем нашим пунктам, да? По всем нашим запросам, по всем нашим критериям. Да. Мы хотим, чтобы мы не переживали за детей. Мы хотим, за их будущее. Мы хотим, чтобы они спокойно гуляли. Мы хотим, чтобы мы об этом не думали, не бдили, что там происходит в школе, не в садике, не следили, не контролировали. Но не в том плане не контролировали, не цепляйтесь за слова. Мне хочется, знаете, как-то объяснять. Мне кажется, я объясняю сейчас так, но меня поймут 100% люди из Латвии. Люди из других стран, возможно, не поймут, потому что они не жили здесь. То, что мы точно никогда не... нельзя говорить, конечно, слово «никогда», да, это очень глупо, да? Но мы не рассматриваем Евросоюз. Вы писали, почему нельзя там в Евросоюз, в другую страну. Ну, нет. На
надо пожить в этом, надо чуть-чуть вникнуть в это, что здесь происходит, как здесь происходят в эти внутренние моменты, чтобы понимать, что для себя, для нас, что нам это не подходит. Да? Ну да, мир сейчас настолько он огромный, настолько можно в любое место поехать и переехать, и пожить. Угу. Не нравится — переехал в другое место, не нравится — переехал в другое место. Понравилось — остался, не понравилось — переехал. Все, сейчас же открыто все. Да, и 100% мы вам говорим, что мы не утверждаем, что Беларусь, например, подойдет каждому, и это нужно всем туда переезжать. Нет. Кто-то действительно гонится за чем-то другим в этом мире, и тогда ему нужно или оставаться, или искать совершенно другое место. То есть все мы разные, я уже говорила это 1000 раз. Чисто под красный поехал, чел. Да. И каждому в этом мире важно что-то свое. Но это не значит, что одно плохо, другое хорошо, или эти люди хорошие, другие плохие. Нет. Просто мы разные, просто всем важны разные моменты в жизни, да? Mm-hmm. Как-то так. Ой, дождик начинается. Быстрее, быстрее, Максим, вылезай быстрее. Выбор пал на ХЭС. Мы давно в нем не были. Но сидеть не будем, потому что мы торопимся сегодня. Быстренько возьмем в машине, пока до магазина едем, все перекусят. Думаю, пообедать нечем. Ты хочешь внутри? Я только что сказала, что мы торопимся. Полисошу потом, каждый раз. Бургеры не сыпятся. Сыпем. Ну ладно, внутри. Смотрите, у меня уже джингл белс. Я уже снежинки сделала. Ну а мы же торопимся, Зая. Нет, 5 минут еще не дашь. Так как дети нам помогали сегодня в уборке квартиры, мы их пригласили в ресторан под названием Хэсбургер. Всем приятного аппетита. Спасибо. Поели. Едем в магазинчик, да? Да-да-да. Ой, радуга! Красота! Приехали в промо. Здесь музыка так орет всегда, будто дискотека. Да, нам сегодня сюда надо. Магазин только по карточкам. Каждый сюда зайти не может. А почему? Для предпринимателей. Для предпринимателей, да. И здесь не поснимать, здесь тоже музыка орет. Мне бывает тише музыка, бывает громко здесь. Вот я тебя не слышу, я пошел в магазин, чтобы отдохнуть, с тобой пообщаться. А нет, музыка. Привет! Все, во влог. Нори. 10 штук? Да. 3 евро? Да. 50 штук 10 евро. А там дешевле, 6. 6 евро. Надо брать такие, Зая, пускай будут. 6, да? Да. Давай берем эти. Сегодня сделаем еще и нашим друзьям, которые в гости придут, эти. Ленивые, потому что они очень хотят. А, кстати, Настюшка сделала, как я даже один кусочек не попробовал. Твои проблемы. Поела. Полина поела, Милена Моника. Поела. А еще и Моника поела. Так я тебе вечером не надо спрашивала. Ты будешь? Ты сказал нет, не хочу. Я такую порцию. Я посмотрел на твои глаза, я понял, что ты хочешь. Это перфекто. Неправда, Зая, неправда. Видишь? Что ты вот всем врешь сейчас? Какой я? Какой ты обманщик? Ну давай, говори. Пускай все пишут, я уже привыкла. Да ладно, я же под каблучек. Цены на специи, ну так, если что. Паприку, черный перец? Перец, вот смотрите, Санта-Мария 5 евро, перец ну, черный. Ладно, соль 3 евро, а в Максиме на 5 Максиме евро. А в Максиме такая 5. Есть, конечно, соль дешевле, но что это за цены, мне вообще непонятно. Они, может быть, там с золотом чуть-чуть. А вот соль по 5 евро, только да. Только она золотая. Не-не-не, можно купить за евро с чем-то, конечно, там без можно, проблем, да. Но... Листики. Но что это? И, кстати, чтобы сделать вот эти ленивые роллы, пойдем нам туда бумагу. Нам, у нас все есть. И рис остался, и сыр есть, и майонез. А, крабы еще надо. Водичку возьмем с газами минеральную. Опа, Поля, быстрее. Вау, все упало. Косяк. Спринг-роллы, виниска, корзиночки, чипсики, колбаска, газировка, сухарики, хлебушек, нори, бумага. Ой. Привет, ребятки! Сходили с магазина. С магазина? Себе побегу, еще махер не наделал. Вот такие мы хорошие.
Так, сейчас возьмем в Лидл то, что не взяли там, потому что вот эти крабовые палочки я здесь люблю брать, поэтому... Мама! Нету детских корзиночек, и поедем домой. У нас подготовка полным ходом. Мы уже... Стол стоял здесь. Переставили стол. Мы его раздвинули, потому что нас будет много. Бокальчики приготовлены. Стаканчики. Все как полагается. О, мама уже сделала такую водичку. И свечки, и все. Смотрите, Настюшка уже приготовила спринг-роллы. Приготовила соус. Не, я его купила. А, мы его купили. Ну, это да. Кисло-сладкий, острый. Mm-hmm. Блин, это очень вкусно будет. Молодец. Чего? Да. И на столе у нас ждет Марсик, гостей. И у нас вот здесь, смотрите, уже тоже колбаска нарезана, сыр. Настюшка сделала корзиночки, сухарики, огурчики. Вот-вот уже гости будут подходить. Давай. Так, если Ева лает, значит, кто-то пришел. Если нам еще идут. Я же. Проходите, проходите. Ты не наступай. Если дверь закрыли, я вышел. Балкон, какая балкон? Не знаю, у меня пятерка была, если не так. Там чихало, там не тянуло. Жектора, это все шляпы. Форсунки. Форсунки, шмарсунки, блин. Это сажа вышла. Так, опоздуны пришли. Опоздуны. Привет! Так, где Валентина? На телефоне там. С кем? Какие все синие аватары прям. Привет, девочки! А ты видео снимаешь? Я не вижу. Улыбаемся! Улыбаемся? Улыбаемся куда? Сколько времени? 2 часа. Ровно 2 часа. Только что, друзья, поехали домой. Да, мы, естественно, ничего не снимали, потому что мы балдели. Мы так насмеялись и вообще навеселились. Очень классно провели время. Если мы не снимаем нашу тусовку, это значит, что мы круто отдыхаем. Да, значит, некогда. Все. Мы, естественно, хотим спать 2 часа. Сейчас чуть-чуть поубираемся. Да, у нас стол, смотрите, еще полный. Сейчас нужно все это отнести на кухню. И будем спать.